Подвели итоги за 2013 и определили новые задачи на 2014 год. Кроме этого, в Управлении Федеральной службы судебных приставов коллективу представили нового руководителя Низами Галимова. К сожалению, в республике объективно сложилась ситуация, когда часть населения принудительно относится к соблюдению норм закона, поэтому правоохранительный блок сам должен быть примером организации своей деятельности строго в рамках требований законодательства, при этом не только работать жестко и уверенно, но и быть одновременно и воспитателем, и психологом, и уделить внимание соблюдению прав граждан. За 2013 год приставы Дагестана обеспечили безопасность более 20 тысяч судебных заседаний. Пресечено более 36 тысяч попыток проноса в здания судов запрещенных предметов. По словам нового начальника, и в текущем году ведомство должно приложить максимум усилий для улучшения работы. Обращаю особое внимание судебных приставов, старших судебных приставов, на строгое соблюдение порядка пропуска лиц в здании судов. Готовность и умение судебных приставов ОБД действовать в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. На необходимость проведения внезапных проверок внесения службы судебных приставов по осуществлению пропускного режима путем проноса запрещенных предметов. Лучшим структурам и подразделениям ведомства вручили дипломы. Особо отличились службы судебных приставов Сулейманстальского, Кизилюртовского, Бабаюртовского и Тарумовского районов.